Вот вы знаете, мы в свое время с Дианой очень много читали книг, которые были посвящены 30-м годам, 40-м, 50-м в нашей стране, связанные с ГУЛАГами. Это, конечно, Солженицын, не только Солженицын. Варлам Шаламов, конечно же. И вы знаете, я вот с того времени, где-то вот начало 90-х годов, на всю жизнь запомнил, вот у Варлама Шаламова, это наш писатель, который 16 лет провел на каторге на Колыме. Ни за что. Антисоветская пропаганда какая-то. Вот, просто 16 лет он провел там. После этого, уже в 50-е годы, он пытался, он писал и пытался издавать свои колымские рассказы, другие книги. Но даже во время оттепели, когда многое чего неразрешенного печатали, его рассказы не печатали. Не печатали. Зачем нам это знать? Нам это не нужно знать. И, в принципе, всю свою жизнь он писал в стол. Только после смерти его, он умер в 1982 году, Варлам Шаламов умер, где-то в начале 80-х годов точно он умер, может, в 81-м. Он, после смерти его рассказы были опубликованы. И вот мы в начале 90-х, помню, читали, мы читали Солженицына, читали Варлама Шаламова. И вот это вот, помимо всех рассказов, вот эта вот короткая его статья называется «Чему...» Сейчас, наверное, «Что я видел и понял в лагере?» Я вам советую, найдите, она в интернете есть, везде есть, небольшая. Я вам маленькие кусочки хочу прочитать вот из этого его эссе. Человека, который ни за что провел 16 лет в лагере на Колыме, в тяжелейших условиях, когда люди умирали от мороза зимой, от мошкары и мух летом буквально загрызали, до костей выгрызали. В общем, человек жил в ужасающих условиях. И вот что он говорит, что я понял. И вот самое первое, что он пишет. Чрезвычайную хрупкость человеческой культуры и цивилизации. Человек становится зверем через 3 недели при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях. То есть он показал, что, знаете, вот наша цивилизация, наша культур-мультурность, тоненький слой сверху, тоненький слой. И когда человек оказывается в так называемых нечеловеческих условиях, холод, голод, мошкара, побои, работа тяжелая, этот тоненький культурный цивилизационный слой прорывается, и оттуда тот только не вылазит оттуда. Какое только это звериное нутро не вылазит. Вот еще он пишет. Понял, что человек позднее всего хранит чувство злобы. Мяса на голодном человеке хватает только на злобу. К остальному он равнодушен. Он говорит, что последняя страсть, которая в людях остается, когда уже сил нет ни на что, ни на какие эмоции, не хватает сил. Остается одна эмоция у подавляющего большинства людей – злоба. Злоба. Он просто описывает свои наблюдения. Еще увидел, что единственная группа людей, которые держались хоть чуть-чуть по-человечески в голоде и надругательствах, это религиозники-сектанты почти все и большая часть попов. Интересно, христиане, да? Ну, религиозники, сектанты, это он называет нас с вами. То есть это вот баптисты, пятидесятники, вот протестанты. Попов – православные христиане. Он говорит, часть попов и почти все евангельские христиане, протестанты – это категория людей, которые лучше всего и достойнее всего держали себя в этих нечеловеческих условиях. Легче всего первыми разлагаются партийные работники и военные. То есть вот чиновники и силовики, казалось бы, те самые патриоты, любящие страну, ломались, предавали и озверевали первыми. Это то, что он пишет. Понял, что можно жить злобой. Понял, что можно жить равнодушием. Горжусь,
что решил в самом начале, еще в 1937 году, что никогда не буду бригадиром, если моя воля может привести к смерти другого человека, если моя воля должна служить начальству, угнетая других людей, таких же арестантов, как я. Не надо мне никаких должностей, если это будет связано с угнетением или, не дай Бог, смертью кого-то другого. Он говорит, вот это единственное, чем я там гордился, что я не опустился до того, что ради лишней пайки не предал своих ближних. И физически, и духовные силы мои оказались крепче, чем я думал. В этой великой пробе я горжусь, что никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на кого не написал доноса. Это то, о чем мы говорили в прошлом собрании, да? Любовь к ближнему начинается с того, вот эта великая вершина, с того, что ты хотя бы начни не делать зло ближнему. Не делай ему того, что не хочешь, чтобы делали в отношении тебя. Не хочешь, чтобы тебя предавали, не предавай. Не хочешь, чтобы на тебя донос написали, не пиши донос, да? Вот. Поэтому он говорит, никого не предал, не продал. Хотя там требовали, да? Тут точно так же вспоминается. Они говорят, ну это же, может быть, иногда обман. Ну, мы вспоминаем Раав, блудницу. Помните, она вошла в родословие Иисуса Христа. И интересно, что знаменита эта женщина тем, что она обманула. Обманула, чтобы не выдать двоих соглядатаев, когда их требовали. Она сказала, не знаю, куда они пошли. И Бог это, странное для нас, да, посчитал хорошим делом. Она не продала этих двух людей, не донесла на них. Шаламов гордился такими вещами. Страсть власти, свободного убийства велика от больших людей до рядовых оперативников с винтовкой. Также я увидел неудержимую склонность русского человека к доносу и к жалобе. Узнал, что мир надо делить не на хороших и плохих, а на трусов и нетрусов. 95% трусов при слабой угрозе способны на всякие подлости, смертельные подлости. На всякие подлости. И вот знаете, вот эти вот последние его слова, как-то я помню, я когда читал, и всегда думаю, вот не на хороших, а плохих, а на трусов. И нет, причем трусы – это те, кто при малейшем, знаешь, даже не то, что угрозе жизни, а лишение тебя какого-то комфорта уже готовы на любую подлость, на любую мерзость. Ты скажешь, ну, Виктор, это субъективные переживания человека, это же не Библия, чего тут мы это читаем? Да, это не Библия. Да, это субъективные переживания. Но этот человек пережил то, что, ну, я уверен, никто из нас не проходил. Он прошел через вот эти 16 лет ужасающих, безумно ужасающих условий. У него испарились иллюзии о доброте человеческой. Испарились иллюзии. А вот этом вот, он говорит, трусы, в основном все, которые за минимум продают ближнего, предадут не то, что ближнего, друга. Нет, никогда, никогда, пастор, что бы я. Это вот мы живем в иллюзиях, понимаете? А как что надавят на нас, мы тут же находим оправдание для своей подлости, для своей трусости, для своей мерзости, для своей наглости. Тут же оправдаем, и уже не я виноват, жизнь так сложилась. Ну не я виноват, жена, которую ты дал мне, она все это подстроила. Змей, которого ты создал, он наговорил это. Ну с нас-то какой спрос, с нас-то какой спрос. Знаете, вот когда раскрывается на какое-то время вот это вот нутро, то, что там скрыто, то, что там скрыто, так сразу невесело становится. Невольно вспоминаются еще одни слова Иисуса Христа как раз в отношении мытья рук, когда там фарисеи говорили, как-то ученики не тщательно моют руки, иногда забывают мыть руки, у нас же там надо, да? На что Иисус ответил, говорит, ну, знаете, вы такие щепетильные в ритуалах, вы такие щепетильные в обрядах, двумя, тремя перстами, справа налево, слева направо. А как правильно? Я уж теологию не касаюсь.
Там тут вопросы такие серьезные, троица или предопределение, не дай Бог, убьем, кто не согласен с нами. Да? Вот мы думаем, где вот это все. Да? А это все внешние вещи. Вот там, внутри, Иисус говорит, да? Не грязные руки нас оскверняют. А вот, смотрите, Марка 7, глава 21 стих. «Ибо изнутри, — говорит Иисус, — из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека». Вот оно главное зло, Иисус показал. Оно находится внутри. Я абсолютно убежден, если бы мы часто увидели это, мы просто бы ужаснулись, когда мы увидели бы часто себя. Но мы видим Черноморское побережье. Мы видим море, горы, песок. Мы видим улыбающиеся лица. Мы видим друга, который дает нам мороженое. На, жарко же. Мы видим это все, и кажется, что все изменилось, и все вот это ужасное, злобное, оно где-то осталось в истории прошлого, где-то вот во Второй мировой, в гитлеровской Германии, вот там оно где-то вот в 20-м, в 19-м, в 16-м, где-то вот в этих доисторических временах. А мы, у нас наука, мы атом расщепляем, мы что только не творим. Мы уже другие совсем. У нас одежда вон какая. У нас вот все. Мы другие люди. Мы тоньше. Мы духовнее. Мы добрее. Мы так реально с вами думаем, понимаете? До первого толчка. И когда вот происходят вот эти толчки, мы вдруг видим, вау! Некоторые даже верить в это не хотят. Говорят, нет, это, такого не может быть. Мы не хотим даже видеть происходящее. Мы не хотим понимать происходящее. Мы пытаемся вот этот серый водород выдать за миллион алых роз запах. Мы не хотим этого. Мы боимся признаться в этом. Мы не хотим. Мы учимся свыкаться с ужасом. Мы учимся свыкаться, мы живем в квартире, мы слышим, что там у соседей регулярно избивают детей, и такие крики каждую ночь, что это насилие ужасающее. Мы учимся сживаться с этим. Ну, непослушные дети. Мы всему находим оправдание, чтобы не вмешиваться, чтобы ничего, вот, чтобы вот как-то и нас не тронули. Вот живем такой своей жизнью и боимся потерять вот это все, вот это вот, чтобы ездить иногда вот на это Черное море, там... на бочку позагорать, чтобы нас никто не трогал. Хотим не замечать этого всего. Но Библия показывает, что со временем, с приближением нашего Господа, Его шаги уже слышны. Слышны шаги приближающегося Христа в событиях, которые происходят вокруг нас. По мере приближения все тайное становится явным.